Акция «Оружие-2019» действует в Мордовии до конца года и дает возможность незаконным владельцам патронов и ружей на весьма выгодных условиях избавиться от опасных предметов. Но 38-летний житель села Русская Маскина не воспользовался этим шансом, продолжая хранить в своем доме взрывчатые вещества. В его жилище были обнаружены патроны охотничьи 16 калибра, 15 штук, и бездымный порох. Все это было изъято. 7 лет назад у мужчины было разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, однако в 2012 году разрешение было аннулировано, поскольку на охотника завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Прекрасно понимая, что за хранение взрывчатых веществ и боеприпасов его могут снова привлечь к уголовной ответственности, он все же оставил патроны и порох у себя дома. В настоящее время возбуждено в отношении данного гражданина уголовное дело по части 1 статьи 222 прим. 1. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 000 рублей. Анастасия Семушева, Артем Руденко, программа «Происшествия».